Всем доброе утро. Сегодня приехали, будем ремонтировать теплицу. Ручная 3 на 7. Нужно поменять поликарбонат на торцах и на покрытие. Так, установить отлив. Сейчас демонтируем старый полик и начнем монтаж нового. Все, демонтировали старый поликарбонат. Так скажем, разделили теплицу. Сейчас будем... А что мы будем? Сейчас устанавливаем отлив, кроем торцы и потом покрытие будем делать. Закончился у нас ремонт теплиц. Напоминаю, мы сегодня меняли поликарбонат на теплице арочной. Шириной 3, длиной 7 метров. Торцы были заменены. Покрытие заменено. Фурнитура вся, дверная, форточная, все поменено. Установлен поликарбонат 4 мм толщиной. 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Также добавили торцевой уплотнитель по периметру. Теплица не нашего производства, но тем не менее мы умеем такие теплицы перекрывать. Вот так вот все красиво, аккуратно получилось. А у меня на этом все. Задавайте вопросы. Всем пока.